Впервые оказавшись в Ульяновской области, гости нашего региона стремятся обязательно посетить наш уникальный музей гражданской авиации. Точно так же сделал Дмитрий Красилов, большая звезда MTV, со своим тревел-шоу «Приехали». Развитие туристического потенциала и привлечение новых туристов в Ульяновскую область – одна из задач, с которой хорошо справляются в регионе. В этом вопросе нам помогают федеральные телеканалы, которые с радостью рассказывают про Волгу, Ундары и Сенгилеевские горы. Сейчас в Ульяновске работает съемочная группа программы «Приехали» телеканала Муз-ТВ. Ведущий, известный под псевдонимом Пухляш, поделится со зрителями впечатлениями о местах, которые впервые увидел в Ульяновске. Я скажу, что у нас по всей России столько мест просто, о которых обычный человек даже и не знает, потому что даже я сам приезжаю в какие-либо города, в какие-либо места, и я думаю, это серьезно, у нас в России можно посмотреть какие-то каньоны, реки, еще что-то, то есть у нас природа настолько насыщенная, у нас в России, не где-то там, вот когда ты еще за 800 миллионов денег купишь себе как билеты, улетишь куда-нибудь, а нет, оказывается, все у нас под боком, стоит только немножко посмотреть, немножечко поискать. Шоумен признался, что раньше он был поклонником активного туризма с палаткой в лесу, но сегодня предпочитает комфортный отдых в уютных местах. Дмитрий Красилов ценит вкусную кухню и удобство во всем. Именно об этом проект «Приехали». У меня в детстве был очень большой опыт с туризмом. Мы постоянно в лагерях выходили куда-то в лес, палатки, костры, каша гречневая в казане, да, в котелке. Поэтому опыт у меня был и такой, но я скажу, что я, наверное, чуть-чуть подиспортился и захотелось немножечко комфорта. Я не знаю, может, это возраст сказывается, 28 лет как-никак исполнилось недавно. Агентство по туризму Ульяновской области ведет активную работу по привлечению в наш регион федеральных телеканалов. В этом году у нас уже побывали съемочные группы телеканалов ТНТ и ТВЦ. До конца лета пройдут съемки передачи «Диалоги о рыбалке». Специфика, наверное, то, что Дмитрий Красилин ранее был музыкантом. Он, надеюсь, нам здесь тоже что-то споет, да. Вот разбавим немножко наше тревел-шоу музыкой, да, песнями. Вот традиционно показываем наш музей авиации, нашу точку притяжения, нашу широкую Волгу. Сегодня мы еще посетим Чердаклинский район, Старомайнский район. Завтра у нас Барышский район и Теренгульский район. Передачи о туризме на федеральных телеканалах позволяют привлекать в регион большое количество людей из других городов и рассказывать им о самых интересных местах Ульяновской области. Первые результаты этой работы уже есть. Мы ждем официальную статистику, но вот сегодня мы находимся в музее, и я вижу очень много людей, очень много посетителей. Ну, в том числе гостиницы пока дают нам загрузку 70-80%. Я думаю, это неплохо. Развитие внутреннего туризма – одна из приоритетных задач для Ульяновской области, которая сегодня имеет все шансы на успешное решение. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.